Номер 61. Островлуцкий Даниил. Город Киев. Браво! Номер 44. Улановский Михаил. Город Киев. Номер 24. Варич Николай. Город Киев. Номер 113. Бегун Дмитрий. Город Киев. Номер 60. Савицкий Николай. Город Каменец-Подольский. И номер 200. Жовмир Андрей. Город Каменец-Подольский. Спасибо. Итак, внимание, оценка пропорций судьи. Пожалуйста, прошу приступить к работе. Фронтальная позиция. Пожалуйста, четверть оборота направо. Друзья, платье, пожалуйста. Спасибо. 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 И еще раз. Четверть оборота направо. Заметьте, когда они к Насте повернулись, все совсем по-другому. Спасибо. И еще раз. Направо четверть оборота. Грудь широчайшая спереди. Спасибо. Грудь, бицепс с произвольной руки, сбоку. Спасибо. Спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо. Двойной бицепс сзади, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И, пожалуйста, лицом к зрительному залу. Трицепс с произвольной руки. Спасибо. И, пожалуйста, пресс бедро.
Спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо. Грудь бицепс сбоку. Спасибо. Спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Широчайшие сзади. Спасибо. Двойной бицепс сзади. Спасибо. Трицепс сбоку с произвольной руки. Спасибо, спасибо, достаточно. Пресс бедро. Спасибо, спасибо. Все, Валерий Алексеевич, мы награждаем участника за 5-е место дипломом, трофеем и медалью участника. 4-е место занимает спортсмен Улановский Михаил, город Киев, под номером 44. Будете внимательны. Вы только начинаете спортивную карьеру, всегда соревнования, это очень ответственный момент. Он подводит итог к какому-то периоду, за 3 месяца, за полгода. Надо быть внимательным, нельзя быть нервным. Вы должны быть, сделать все для того, чтобы вы услышали, когда вас зовут. Номерок у вас отпал, кто у вас отпал. Спасибо. Третьим бронзовым призером становится спортсмен под номером 61, Остролуцкий Даниил, город Киев. Спасибо. 2-е место. Номер 113. Бегун Дмитрий. Серебряная медаль. Кубок за 2-е место. Памятный трофей. Серебряный кубок. Кубок за 2-е место. Да. И 1-е место занимает спортсмен под номером 60, Советский Николай из города Каменец-Подольск. Маленький город дает нам больших спортсменов.